Всем, друзья, привет! Собираюсь коптить скумбрию горячим способом. Вот я уже свою коптильню, вот она у меня такая, в качестве как шкаф. Сколько-то развесил. Вот сейчас, наверное, вот в эту рубку я воткну термодатчик и остальное все заполню. И тихонько буду начинать коптить горячим способом. Как я копчу? Пользуюсь вот таким термодатчиком. Вставляю батарейку. Пикнуло. Устанавливаю температуру 60 градусов. Конец воткнем в рыбку. Самое толстое место. Потом сами съем. Так, ну все. Таким макаром. Вот. Теперь мы будем знать при копчении, какая температура у нас будет внутри рыбы. Также определяю температуру внутри коптильни с таким датчиком. Такие датчики продаются везде, и тот, и этот. Показывает температуру до 110 градусов. Этим датчиком я пользуюсь, определяю температуру внутри коптильни, чтобы точно знать, как коптить, сколько коптить. Тоже где-то устанавливаю, где-то в середине, между рыбами. Чтобы точно знать, при какой температуре у нас идет весь процесс копчения, а не наугад. Тем более, если делаете на продажу, на заказ. Чтобы убедиться точно в своих действиях, с гарантией. Так, ну вот, температурный датчик, это у нас внутри продукта. Сейчас это все дальше заставлю, щепу насыплю и начну коптить. Рыбу я сушил ровно сутки, она вся у нас сухая. Пожалуйста, вот горизонт держит даже. Ладно, одну рубку возьмем, не подлезай. Ну все. Сейчас закладываю щепу и будем поджигать. Закладывать буду ольховую щепу, обыкновенную. Одной рукой, конечно, неудобно. Щепа должна быть идеально сухой. Кто занимается копчением, еще раз говорю,
Влага – это первый враг при копчении. Буквально вот 4 жменьки накладываю. Продукт у нас сухой. Сушили мы ровно сутки. Зачем щепу замачивать? Чтобы опять у вас рыба была сырой или запотела. Отсюда у вас конденсат. Все капает на продукт. На 4, ну пускай 5 будет. Маленькие жменьки у меня. Все, сейчас буду поджигать. Поддон специально не ставлю. При правильном копчении вообще ничего не бежит, не капает, никакой жир, никакой влаги нету. Ну, может, чуть-чуть вот от прошлых этих пару капелек остались, вот эти вот такие. Но это ничего страшного. Температура у нас копчения до 95 градусов, ну, до 100 будет. Внутри продукта 60. Но можно сделать 55-50 градусов. Скумбрия, рыба нежная, уже поспевает 55 градусов. Ну все, буду поджигать тихонько. Внутри продукта в данный момент 22 градуса. Ну все. Все поджигаем. Горелка сломалась у меня. Надо новую покупать. Попробуем дедовским методом. Думаю, разгорится. Так, еще раз перепроверим. Щуп ботнули. Термодатчик вон он виден. Вон. На рыбу не задевает. Щепу мы положили. Поддон специально не ставлю, чтобы вам показать, что тут у меня никакого жира не будет, если при правильном копчении. Так, пару капель может быть. Рыба вся не влезла. Буду еще вторым рейсом коптить. Ну все. Ждем, когда у нас пойдет первый дымок с коптильни. Так, температуру сделаю специально. 50 градусов сделаю. 55. А может даже и 50. Сейчас это у меня все разгорится и будет все нормально. С этой стороны нету пока, думаю, это там в начале. Можно туда протолкнуть чуть-чуть вот так вот. Сейчас дно бочки ящика нагреется. Температура вот увеличивается уже. 24, 25, 24 с копейками. Ну понятно. Тут прикрою лопатой, чтобы лишний ветер не задувал туда. Температура 26 градусов. Все, процесс тихонько идет.
Так, дрова пока подкладывать не надо. Смотрим температуру. Температура внутри коптильни 34 градуса. Давайте откроем, посмотрим. Ну все, щепа начала у нас тлеть, дымок пошел. Вот, и вот давайте вот с этого момента мы засекаем время. Просто запомним, какое время. Вот, и думаю, что мы уложимся в течение 40 или 60 минут, строго соблюдая температурный режим. Вот с этого момента уже дрова подкладывать не надо, топить не надо. Тут у меня просто тяга, огонь на эту сторону выходит. Можно даже вот по-деревенски такую штуку я подкладываю сюда. Все. Здесь 8 градусов. Не бойтесь открывать. Первый пар, как говорится, можно и выпустить. Повторюсь еще раз, друзья. У многих стоят вот такие датчики. В данный момент показывает ровно 30 градусов. Это показывает и температуру внутри коптильни, а и одновременно температуру вот этого металла. 30 градусов. 42 градуса показывает чистоганом. Это вот внутри коптильни. И многие делают ошибки, ориентируются этим термодатчиком. Но, может, также доводят до 60 градусов. Вот, если у меня дойдет до 60 градусов, специально посмотрим, какая температура будет там. И у многих, наверное, при копчении горячим способом не получается. То кожа лопается у рыбы, или сильно-сильно горит. Вот. Гидрозатвор у многих на улице вообще не нужен. Я вот в любой момент открыл. Не жалко, пожалуйста. Вот открыл, посмотрел. Фу, лишний пар дым выпустил. Фу, пара, конечно, нету. Пара нету. Ну и все, закрываем. И все, ориентируемся по датчикам, термодатчикам. Процесс тихонько идет. Вот на этом датчике 55-56 градусов показывает. Какой 55? 35, пускай будет. Тут у нас уже 53 градуса. Вот какая разница. Дрова пока не подкладываем. Это еще много. Много дров. Ну, изначально я много дров подкинул туда. Кому интересен ящик размера 60 на 45, очень удобный, в любое время можно открыть, что-то сделать. О, цвет уже ложится, 10 минут еще не прошло, всегда можно открыть, посмотреть. Сидим, коптим. Итак, процесс копчения у нас продолжается. Давайте смотреть температуру. На этом датчике показывает 49, скажем так, градусов. А по-настоящему 63 градуса. Делайте выводы. Внутри продукта 34 градуса. Давайте заглянем вовнутрь. От этого у нас ничего не испортится. Лишний дым выпустили. Щепа тлеет. Дрова не подкладываем. Жар идет очень сильный. Ну, для поддержки вот так вот бросим.
Все. Датчик у нас запиликал. Температура 55 градусов внутри продукта. Давайте глянем, что у нас тут происходит. Цвет отличный. Без поддона ни капельки нету у нас. Ну все, рыбу можно снимать. Ну давайте мы подержим до 60 градусов, ладно? Так, увеличиваем температуру до 60 градусов. Чтобы уж точно. Это у нас процесс недолго пройдет. Заложил вторую партию. Все то же самое. Воткнул термощуп. 22 градуса внутри продукта в коптилке. Сейчас сразу я сюда сыпану щепу. Вот я уже подмел. Вот идеально сухо, чисто. Никакого конденсата, ничего нет. Самое главное, чтобы был продукт сухой. Сухой. И никакой щепы замоченной. Это большая ошибка. Всем удачи!